технологический суверенитет для нас, для всех приоритет. Здесь об этом, ну, даже, кстати, размышлять нужно, но уже мы все это прошли. Вот, мы тоже используем в своей деятельности, в том числе частные деньги. Я на завтраке вот сказал о том, что у нас очень хорошо при этом приходят кредитные комитеты, потому что каждый голосует член кредитного комитета, по сути, своим кошельком. То есть, если неправильно сделана работа, но не формально неправильно, а именно с точки зрения понимания сути процесса, то люди просто вот персонально отвечают. А с точки зрения рисков, я могу сказать, что, безусловно, и мы участвуем вот в этих проектах. Здесь очень важны либо сквозные проекты, либо гарантированные долгосрочные заказы. Собственно, и правительство это достаточно успешно все делает, и мы в том числе участвуем в этом. То есть, если есть нормальный подтвержденный спрос, то я не вижу никаких рисков финансовых с точки зрения реализации проекта. Есть второй вопрос. Технологические риски, его нужно решать с каждым, вот о чем и выше говорилось, с каждым там технологическим партнером его закрывать. Спасибо.